Всем добрый день! Сегодня хочу вам показать посадку реанимашки в Серамис. Серамис – это глина, запеченная глина, насколько я правильно понимаю. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Перед использованием желательно ее промыть, так как такая рыжеватая водичка получается. Вот уже промытая. Видите? Сразу более темная становится. И такая вот влажненькая. Так, данное растение были подгнившие корни. В прошлом видео я рассказывала, как то, что снимается ручкой, мы сняли, ниточки оставили. Хотела показать, есть такие вот корешки, на которых нет меламина, а только на самом конце. Мы все равно оставляем то, что зеленое, живое, оставляем. Корешок будет функционировать, будет по ниточке получать питание. Вот. Корешков немножко, но они есть, и я приняла решение посадить данное растение в Серамис, так как у меня два растения с похожими проблемами растет и очень хорошо себя показывает. Там растут новые корешки, и растение стало, листики тургор появился, стало лучше выглядеть. Это сорт Виктория Глори. Мне он достался даже с небольшим цветоносиком, маленький цветоносик есть. Наверное, видео не видно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы оно очень зацвело. Хочется посмотреть его цветение. На дно горшочка я кладу керамзит. Это чисто из-за экономии. Так будет Серамис довольно-таки дорогой грунт. Он не из дешевых. А так его пойдет немножко меньше. Так выглядит растение после посадки. Так вот, видно, у нас некоторые корешки здесь. Влаги, воды нету, застоя. А Серамис влажный, весь умеренно намоченный. Шейку мы не углубляли. Вот. А когда будут какие-то либо изменения у нас появятся, я обязательно сниму видео и выложу. Какие будут у нас изменения? Это сорт Виктория Глория. Повторюсь, может, дождемся мы цветения, и тогда будет тоже видео выложено. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.